При этом это, типа, как многие разбританец фугасами всегда стреляет. Нахрена всегда фугасами стрелять? Линкор остается линкором. В бортинки ББшки сувать надо на сквозняки, чтобы было интереснее. А фугасами это только по носостоятелям. Но здесь даже фугаса незачем заряжать. Просто незачем... Фугас, блин. Фугас незачем заряжать для крупных кораблей. По эсминцам-то по возможности фугасами, наверное, постреляем. Надо их критовать, ташники выбивать. А то что-то торпеды, торпеды, полуторпеды, говноторпеды. Это просто хуйня. В общем, короче, сначала крупные корабли. Если сможем какие-то продамажить, может, замутим какой-нибудь организационный прорыв. Если к этому моменту мои, блядь, 5 рыл из эсминцев уже не сдохнут. Плюс этого бойца только в одном. Это стандартный бой. То бишь, в случае чего мы отступим на свою точку и примем достойную смерть, когда все туда придут. Ну, противники, в смысле. А пока плывем. Я тут из-за горизонта. В команде противников для баланса выплывает Ямат с торпедами и шишка с Маринкой. Да если бы. Какой на твой счет хороший фильм про море и корабли? Старые фильмы хорошие про море и корабли. Новые точно нет. Вон последнее время что-то экстренно так везде всплыл этот фильмец. Я так на ютубе смотрю, что-то решили его пообсуждать. Старый фильм. Старый. На меня еще сам Диметрио вытолкнул, говорит, ты посмотри. Помнишь такой фильм или нет? Это «Хозяин морей». Вот хороший фильм. Его тут и обсуждали недавно на ютубе активно. И реконструкции про историчность и прочее. Остальное даже так смотреть нечего. Новый все это херь, блядь. Чтоб мозги не забивать. Тот же «Грейхаунд», блин, пиздец, как подлодки воевали. Смешно. Похоже было на нашу игру. Хуйня какая. В смысле, все работало правильно. Ну, чё, поздравляю вас. Счет мы открыли. 2 сквозняка в бортину Ашитаки положено. Продолжим. Продолжим. Проснулся пораньше. Решил, значит, покатать кораблики. Команда поставила рекорд, слилась за 5 минут. Тупо все сдохли. Я даже ругаться не успевал. Сейчас вернусь. Я ВС понял. Мышь пришел смотреть Марфа. Так, Олежа, спасибо тебе за донатик с оплатой комишенции. Да чему удивляться? Вон нас кидает опять в клоаку мироздания. Эти, блядь, говноеды ни на что не способны. И ты просто охреневаешь с происходящего. Ну, особенно еще играя на корабле, который не шибко что-то выдающееся из себя представляет. Становится вдвойне печальнее. Ёж пришел смотреть. Да лучше ты стрим посмотри. Минус 2, блядь. Минус 2. Один из них топовый, 7 уровня, блядь. Классно. Лыскавицу хочу. Ну стрельни ты уж, блядь. Все зарядиться не может, блин. Не. Все это хуйня. Минус 3. Понимаете, от вас вообще ничего не зависит, блядь. Я только вон до противника успел доплыть, блядь, получая урон. И уже минус 3, блядь. При этом мрут топовые корабли, мрут семерки, блядь. Ну, потому что они качаются, чтобы потом на десяточках играть. Поэтому все прекрасно. Неполадки устранены. Нам бы хотя бы Ашитаку устранить. Но мощь нашего корабля, она вообще под очень большим вопросом. Под очень большим. То, что мы уронит-то какой-нибудь это объем, я думаю, это вполне себе состоявшийся факт. Я его всегда отбиваю. Просто, а дальше что? Ну вы посмотрите на эту помойку. А, остановился вообще. Класс.
Ну и чё вот делать? Лучший фильм про войну на море это Das Boot. Хоть и про богомерские подлодки. Хе-хе. Про богомерские подлодки это не всегда плохо. Это в игре для нас это плохо. Отступаем пока. Пока отступаем. И нужно, конечно, стараться выбивать эсминцы. Нужно стараться выбивать. Но даже, блядь, по немецким эсминцам это говно, блядь, не может особо попасть, потому что баллистика прекрасна. Крутак зато попадает. Это уже радует. Восемьсот урона, блин, вообще ни о чем. И дальше не попадаем. Очень точный корабль, да-да-да, я вот эту вот байку помню. В чем проблема была у ИСы отступать, я, если честно, не знаю. Ну, видимо, что-то ему мешало. Ну, он убил один эсминец. Плюс, конечно, плюс. Дальше пока смещаемся. Нам нужно на самом деле немножко курс свой изменить так, чтобы потом было больше места на маневр. Иначе, если мы сейчас будем туда отступать, нас зажмут. Зажмут именно в остров. Поэтому сейчас немного порискуем. Просто если все равно нас убьют потом, то что напрягаться, правильно? Я всегда сторонник этой гипотезы. Смысл не рисковать. Если не рисковать, тебе один хуй отпиздят. Если тебе один хуй отпиздят, то смысл, что ты не рисковал. Даже сейчас нихуя не цитаделится. Даже сейчас. Так, ну Кёник, я так и думал, специалист. Кёник специалист. Аж и так и нас вот била домашкой. Надо ее устранять. Крутак на самом деле нормально отступает. Может еще что-то она там поделает хорошего. У нас, блядь, охотник убивает нашего Акацуки. То есть понимаете, насколько, блядь, вот эти топы... Овощные деграданты, если, блядь, тебя, сука, на Акацуки убивает охотник. На Акацуки, блядь. Так Акацуки это имбище же, ёбаное. Просто имбище. Надо сейчас вот в этого было бы стрелять. Может быть, жир убьем, потом сможем прощемить. Но, видишь, все равно нихуя урония нормально-то не даем. Нихренашки. Нормально, отчаянного разгоняет. Две тысячи, блядь. Мощь, гордость британского флота, блядь. Ах, только не очень. Говнецом от нее пованивает. Бля, короче, надо на Кёнига, наверное, подзабить. Он вообще нихуя не попадает. Смысл тратить время на тот корабль, который нас не дамажит. И сейчас так резко с него урон залетает. Пойдет. Могло бы быть получше, но пойдет.
Бля, фрут так, а лучше бы в блыскавицу стрельнуло как-нибудь. Нам тупо стволов не хватает. Я на этом говне бессмысленном вообще не успеваю. Просто не успеваю. Так, да выебывался, называется. Это называется да выебывался. Да ну, сука. Не все по таргету полетело. Ха-ха, отлично. Вот это уже называется попляшем, попляшем, попляшем. Отмудошим и запляшем. Ну, там, правда, Фусон Амфиджика убивает. Что еще раз подчеркивает, что семерки в моей команде конченые дебилоиды. И ничего ты с этим сделать не можешь. Блять, как мне нахрен убивать этих ехаги, хуяги. С ехаги вообще сближаться нельзя, у него блядские 12-километровые торпеды, блин. Так, ну допустим. Крейсер противника уничтожен. Ну допустим, ну допустим, ну допустим. А где-то там еще Будённый. Где-то там еще Будённый. Фиджик и Миока. Миока опасно. Пиздец, как Миока опасно. Миока крайне, блядь, опасно. Так, допустим. Не, нихуя, останемся на ББшках. Останемся на Бебе. Будённый у них, блядь, блаженный, сука, вообще хер его найдешь, где этот Олежа, блядь. Просто хрен его найдешь. Так, а это вот подарок от этого идет, от Ехаги. Нормально, хороший курс выбрали. Нет, не попадет. Не попадет, не попадет, не попадет. Да. Фиджик покоцанный. Миока у них дебил. В общем, короче, в теории можем победить, если у меня будет урон регаться вот в этого охуенного парня-бортоходящего. А Миока очень побитый. Сильно побитый. Это прекрасно. Так это говно, блядь, не дамажит, сука! Ты даже в топе, понимаешь, не можешь изменить ход боя. Это бесит. Это бесит. Это очень бесит. Это несказанно бесит. Это невъебенно бесит. Вообще, в непробитие, БТЗшенька. Это худ, блядь. Это худ. Это пиздата. Иди вон, ты камикадзе, хоть торпед в него пусти, я его не убью, блядь. Бля, 5 минут. Нам вообще на самом деле время-то терять нельзя. Сейчас спорим, Вестерос сдохнет, как какая-нибудь тупая мразота, которая подойдет в гап товарищу Фиджику и все. О, 9 тысяч. Пошел процесс, блядь. Я вот честно, я вообще не уверен, что я смогу за оставшееся время тупо дострелять противника. Потому что эта хуйня реально пиздос какая стрёмная по дамагу.
Это бесит, блядь, когда ты в топе не можешь, блядь, намудошить всем. Вон, 7 тысяч опять. Ну и что он делает? Сука, вот нет, пойти линкор потопить. Нет, ты пошел, блядь, в ближний бой к Фиджику. Бля, ну вот как они это делают, понимаете? Ну, блядь, тебе что, сука, сложно было пойти ЛК топить? Ну да, ну да, ну да. Блядь, просто пиздец. Такой нахуй слив убогий будет, если сейчас урон не включат. Торпеды прямо по курсу. Ты пытаешься, пытаешься. А толку от этого нихуяшеньки. Это, блядь, называется говно. Это называется... говнишечко. Говнишечко, говнишечко. Блять, включили урон. Все, заебись. Ребятоньки, нахуй вытянем. Урон включила Леста. Все, все. Главное, чтоб сейчас, блядь, вот это вот месье на Нью-Йорке не опиздюлилось. И 20 минут жизни будет потрачено не зря. Абсолютно не зря. Все, урон пошел. Блядь, да неужели, сука. Вот это, понимаете, это даже не проблема худа. Это проблема линкороводческого блядства. Что ты заебешься ждать, блядь. Пока все тебе вот это вот подключат систему урончика. Чтобы ты нагибал, блядь. Ну чё, сцышься? Нью-Йорк мой бортоходит, блять, это очень плохо. Это очень-очень и очень плохо, что Нью-Йорк мой бортоходит. Но нам, в принципе, убить Кёнига главное. Тупо пожарка завесилась, видели? Вообще похуй. Не дают победить ни в какую, блять. Просто ни в какую не дают победить. Давай еще, блядь, завесь. Ни в какую. Какое же стадо из семерок. Блядь, пиздец, меня реально от них бомбит. Победа охуенная. Сделали мы все крайне грамотно. И даже худ, блядь, в топе превозмог. Но, блядь, вы видели, что вот эти делают? Господи! Это ж пиздос, какая херня! Это ж невыносимая поебень. А, ну да. Нельзя восьмой фраг. Это сам понимаете, да? Как бы парень старается, живет. Нельзя, нельзя. Плохой, длинный корпус, сука, углы стрельбы говно, и динамика меня прям бесит. Но с рулями мне хорошо. Ну, блядь, это вот реально. Если бы сейчас дальше бы урон не шел бы... У него осталось там, блять, хп, наверное, 500. Ну, в общем, синдромный. Просто синдромный опять. А кормовыми не успели, понимаешь? Не успели, потому что, сука, корпус вот это все длинные углы стрельбы говно. Даже быстро крутящие башни, пока, блять, докрутится, сука, ты уже на пенсию выходишь. Какая же срань. Ну все, 3 секунды. Вытянули, блять, профессионалом бой.
Ну, 700 хп у него там осталось. 700 хп, блядь. Хоть одно пробитие бы в Бартину зарегалось бы, да? А не положено. Мы до этого этот самый сваншотили. Вы что, с ума сошли? Будённого сваншотили. Это вы самое вообще не выёбывайтесь. Радуйтесь, что того хотя бы сваншотили. Они, блядь, полбоя опять ему в Бартину дамажили сквозняками. Похую. Пусть этот Миока живет своей праведной жизнью. Главное, что я смог остановить всех остальных, блядь. Не, ну вы видите вот эту вот охуенность? Фурутака согласен, этот чувак мне понравился, он оттянул часть противника за собой в край карты, не знаю, обдуман он это делал, блядь, либо просто типа, о, край карты, я туда хуярю, ну, он провел с точки зрения Фурутаки очень хороший бой, и он помог разделить противника, из-за этого они получились как бы такой цепочкой, и они толпой на нас не выходили, вот почему мы, например, на терпе соснули, потому что на нас толпой, блядь, вышли сразу все и дали пиздов. Потому что никого на том фланге уже не было. Мы проебались по таймингу. А здесь Фурутака оттянула часть пацанов на себя. И поэтому у нас было много времени, чтобы мы не находились под фокусом и расстреливали противника. Охуен, получилось. Но это не отменяет того, что это хуйня, блядь. Вот я серьезно говорю. Раз в год и ружье на стене стреляет. Но это крайне слабый корабль по броне. И у него некомфортные маневренности за размеров. Он очень длинный. Из-за этого углы стрельбы говнище подводят. И он, блядь, ну вы видели, что иногда. Как он и дамажит, блядь. Пробитий, кстати, много, но сколько было из них с уроном сквозняка, это же тоже большой вопрос, правильно? Но бой, конечно, увековечит товарища Семена, потому что я-то его, конечно, вырежу. Ладно, на этом мы пойдем дальше. Охуенно получилось, сам не верил, что удастся, но удалось.